Всем привет! Вы на канале Astrology. Господи, вы на канале Astrology. Сегодня я только что встал в 7 часов и увидел в небе луну. И увидел свою собачку, которую зовут Рекс. Но это не важно. В общем, я увидел в небе луну и понял, что ее надо снимать. Ой, капец, холодно. Это же осень. А я боюсь представить, что будет зимой. Так, мне надо присесть, наверное. Потому что... капец, неудобно. Стой, стоять. Стой, стоять. Так, значит, вообще высоко она сегодня. Очень неудобно ее при таких обстоятельствах снимать. Но все же я собрался с силами, как говорится. И встал пораньше. Вообще практически ничего не видно. Просто такая месяц, луна. Наверное, дальше я дожди снимать и не буду. Буду ждать больше. Такой луны побольше чисто. Но пока только так. Больше не могу. О, кстати, самолет летит. Давайте-ка я приближу его. Неплохо. На самом деле, впервые... на свой фотоаппарат на видео приблизил самолет, на самом деле. Хотя, что это я остановился? Давайте-ка еще раз. Извиняюсь, конечно, за не в тему, конечно, но это же интересно. Согласись. Ой, расфокусировочка. Из-за того, что он это летит в провода, надо подождать. Хотя он сейчас и в елку полетит. Надо вот так вот отойти. И где он? Вот он. Так. Давай лети, лети. Офигеть, он уже далеко. Короче, мой фотоаппарат не справляется. Ладно, ребята. Вот такое вот не особо интересное видео. Всем удачи, ребята, и всем пока.